Привет, зрители! Сегодня с вами Субару Форестер, и речь скорее пойдет не совсем про него, а про влияние бокса на крыше автомобиля, в первую очередь на динамику. Вы можете посмотреть потом трассовый обзор, тоже будет соответственно, и посмотрим, как будет ехать. Это же динамика, и понятно, что где-то кто знает физику, кто знаком с теорией автомобиля, что где-то до 60-70 особого влияния не будет. Но потом, насколько интересно повлияет наличие бокса на то, как автомобиль движется. Потому что часто... максимально вьючивает автомобиль, еще и бокс. Что же будет происходить с динамикой? Мы сегодня прям посмотрим на это. Багажник, кстати, люкс, мажор, он мой собственный, который будет теперь везде фигурировать, буду возить, потому что мне нужно сейчас очень много всего возить. Ну, давайте Форестер проверим, как он будет ехать, потому что машина тоже сюрпризом. Здесь вроде бы 185 сил, не так уж и много, казалось бы, но вариатор от Subaru, полный привод, и все это вместе дает очень интересные эффекты. Про них поговорим уже буквально через несколько секунд. Отмечу, что в этой рубрике как нельзя лучше провести испытание прибора, который называется как Newline Xscope 9100C, помехозащищенный сигнатурой гибрид. Это радар-детектор вместе с видеорегистратором, все это вместе объединено и дает отличный результат. Почему? Ну, все просто. Дело в том, что этот прибор позволяет нам, да, увидеть не только, да, то, что происходит, запечатлеть, но и скрытое раскрыть, засады разные, камеры, их все больше и больше, и мы видим в фирменной коробке, проще на нее посмотреть и понять, что здесь, конечно, видно все. Видно все, думаешь, вот это да, вот это возможности, да, и горячие кнопки, и разнообразные фильтры, масса-масса главного, а это именно увеличение ваших возможностей по обнаружению разнообразных камер. Это главное, потому что сейчас чуть скорость превысил, все, сразу штраф. А такой прибор убережет. Что может? Может, он очень многое, и буквально уже, мне кажется, полролика буду перечислять, смотрите, сколько разных функций. Огромное количество. От качественного видеомодуля Sony, да, до возможности сочетания, считывания всего и вся. Режимы чувствительности. Город, трасса, турбо и X-Cop. Да, всемогущее устройство. И сегодня мы, конечно, проверим его возможности в обновлении. Прибор находится на испытаниях, соответственно. Более подробно можете на я-рулю зайти и посмотреть. А здесь главное, это возможность оценить возможности. Newline X-Cop 9100. Итак, запускается прибор. Рассказывает, что и как. Сразу же ловит сигнал. Помехи ему ни почем от деревьев, это здорово. И давайте попробуем обновление. Настоящие кнопочки, еще обратите внимание, да, 3М скотч держит также мои, кстати, камеры. И вот я скажу, это идеальное решение. Прям бренд, что называется, что бренд. Это собственное мнение от впечатления от того, что происходит. Итак, ну теперь давайте разбираться. С настроечками все это делается через соответствующее меню обновления. Окей, прошивка будет обновлена. Вы уверены? Давайте посмотрим. Да, нет, да. И ждем. Смотрим, смотрите. Обновление пошло. Не забывайте, очень важно актуализацию поддерживать обновление для подобных приборов. Потому что они не просто регистраторы, да, ну, снимают он и снимает. А здесь вас предупреждают о том, что вас ждет, какие процессы. И вот как раз одно из важных преимуществ, смотрите, видите, международная GPS-база. То есть здесь не только российскую можно закачать базу, но и закачать базу самых разных стран. Ну, путешественникам на заменку. В общем, раз в неделю обновляется, и пожалуйста, все работает четко. Ну и давайте попробуем теперь попробовать главное в наших испытаниях. Да? Главное это, конечно, влияние бокса. Что будет? Я уже провел замеры с расслужиком, очень интересный результат получил. Думал, что будет более сильная эта разница. Ну, а мы начинаем свой разбег. Напомню пока про Форестер. Что у нас здесь, да? Субару с нами по-прежнему. Несмотря что бы ни случалось, да, звезды сияют, друзья. Наслаждайтесь, выбирайте подобные автомобили. Они, конечно, прям радуют. И полный привод. Это вот концепция, да, автомобилей мечты, как есть. Единственное, что, да, по-прежнему у нас Форестер, в общем, как и все, в принципе, везде, без турбомотора вообще, в принципе.
он скажет. Но где-то там в Японии 1.8, да, 1.8 где-то есть. Ну, ждем, может случиться, он может нам привезут подобное. Ни Outback, ни Forester, ни XV, они все сейчас нынче без турбомоторов. А хотелось бы, чтобы Subaru вновь обрело эти какие-нибудь смачные буквы XT, соответственно. Так, что у нас здесь? Можно выезжать. Смотреть. Интересно, справится ли устройство с камерой. Вот это... говорит, да, все, на изображение, говорит, да, камера. Камера есть, свой пыл, что называется, утихомирь. Проехали, все четко. Можно быть свободным. Итак, останавливаемся. Режим авто, да, все включено. Что, попробуем, да, старт-стоп надо деактивировать. Он уж точно в наши планы не входит. Поехали. Интересно, да? Вот я вам скажу сейчас одну определенную вещь. Приятный звук, да, у мотора Subaru. Есть насыщенность, объем. В общем, хорошо звучит, достойно. Но! Имитации передач. И тут есть интересный аспект. Я в некоторых режимах, причем совершенно для себя, ну, непонятных, выводил автомобиль в движение без имитации выбор передач. Потому что здесь передач нет, это вариатор, он максимум КПД дает, да, но вот это вот перебрасывание, что называется, момента для того, чтобы вас, ваш слух, да, получал удовольствие, эти вот знакопеременные нагрузки, да, чтобы не завывал на одной ноте, они замедляют разгон. Потому что Forester с имитацией едет 9,5 секунд, а без имитации 9,5 секунды на этом теряется. Ну, в общем, кто знает, как вывести автомобиль в режим максимального движения, вы мне про это напишите, пожалуйста, кто знает. Ну, а я расскажу вам про влияние бокса. Итак, 9,5 секунд у нас был, соответственно, без бокса. Бокс пустой, там ничего нет. С боксом, соответственно, режим. Смотрим. Опа! Ну, проезжает Subaru, да, идеально. Лежаки, зачем сбавлять ход? Мы так весело проедем, да, как надо. То есть вся потеря сосредоточена где-то в сегменте, да, там 60+, и в целом 0,3 секунды, ну, это, друзья, ни о чем. В общем, кто бокс себе ставит, вы, в общем, имейте в виду, что это позволяет, соответственно, ну, совершенно не переживать по поводу динамики, по крайней мере, до сотни уж точно. Дальше, конечно, разрыв будет существенный, но в моих условиях испытаний нет возможности проверить дальнейшую зависимость. Обязательно попробую это сделать, ну, в будущем. Потому что бокс мой, да, он, соответственно, в следующих циклах обязательно появится. И мы дальше это продолжим до, соответственно, режимов движения. До сотни можно не опасаться. 0,3, ну, если честно, прям совсем не важно. Прям предел погрешности, по сути, да, все окей. Поэтому даже с боксом Forester с мотором 2.5, ну, вполне, более чем подходит под звание быстрого автомобиля. Напомню, быстрый автомобиль — это у нас где-то десяточка. Вот десяточка — психологическая отметочка, когда у вас 10 секунд, это прям быстро. Хватает, выезжаешь, там обгон, еще что-то. Вполне. Вот такие вот дела, друзья. Не забывайте посмотреть трассу, не забывайте, да, про прибор NeoLine. Ссылка, естественно, будет, чтобы вы знали, как информационная, где там обзор, где что. Именно в этом плане я вам про него и рассказываю, про то, как, что происходит и где. И опытом этим, соответственно, делюсь. Лишь обмен опытом, ничего более. Ну, я с вами обращаюсь, как всегда, рад испытаниям. Какие еще нужны, напишите. С удовольствием их проведу в меру возможностей. До встречи, пока!